Сколько денег тратится на детскую больницу, на медикаменты в год? Больше 2 миллионов. Але там... Сколько пациентов проходит через детскую больницу в год? Больше 10 тысяч. Делим 2 миллиона на 10 тысяч. Сколько получается на одного пациента? В 2 миллионах 500 тысяч – это реанимация, 500 тысяч – это туберкулин, который не можно на кого-то делить, потому что мы его закупаем каждый год. 700 тысяч – это орфанные заболевания. Ну, тогда не надо считать, что эти деньги идут на детскую больницу. Мы должны считать, сколько на одного пациента обеспеченность. Орфанная, да, это может на 3 детей быть эта вся сумма. То есть четко тогда давайте цифру, сколько на то, чтобы обеспечить медикаментами работу с детьми, поступающими в больницу. Для этого дня, если обеспечить все отделения, на первый день нужно как минимум 100 гривен. Тому, если так обеспечить, щоденно в лекарню... 10 тысяч детей на первый день 100 гривен, значит мы получаем сколько? Миллион. Все, у вас с математикой все хорошо. Вам дали в этом году на миллион больше на медикаменты? Дали, звичайно. Дали, звичайно. Они попадут в детскую больницу или тоже куда-то где-то растворятся? Они не куда-то где-то растворятся. Они на миллион больше, это всего лишь больше на 15%. Медикаменты подорожчали на 18%. Тому це объем медикаментов, на жаль, не збільшився. Це потрібні додаткові кошти. Ну, кажется, у вас математика не очень. Что значит, если миллион дали, это на 15% сбежалось? То есть вы хотите сказать, что до этого у вас 6 миллионов было на лекарства? На все, по всем лекарням. По дитячей лекарне, я запитую. По дитячей не на миллион больше. Настолько больше. Ну я не могу сейчас сказать. По-моему. Настолько вам треба дать больше, чтобы о 4 ранку не змушували шукати ліки на лікарні. Если мы говорим про забезпечення первого дня перебування, то это минимум 1 миллион. От порахуйте, будь ласка, напишіть розрахунок чіткий по першому дню перебування, щоб коли людина, дитина потрапляє в лікарню, всі ліки були безкоштовні перший день. А далі уже з батьками працюйте, з родичами працюйте. Добре. Добре? Порахуйте, будь ласка, і до кінця тижня дайте Ольге Петрівні і мені аналітику цю.